Ну вот сегодня у нас будет 8 спикеров. То есть у нас жесткий временной регламент, потому что мы хотим послушать гостей. То есть буквально 3-5 минут выступления. Первым будет выступать Владимир Иванович Аршинов. Это сектор междисциплинарных проблем научно-технического развития Института философии Академии наук. Спасибо. Работает. Ну, я философ, занимаюсь междисциплинарными проблемами, философскими междисциплинарными проблемами. В данном случае я даже постараюсь сэкономить. Я буду говорить от 30 до 1 минуты. 30 секунд, 1 минута. И, значит, просто-напросто хотел бы обозначить свой интерес и свое участие как философа, ну, по образованию бывшего физика, значит, вот в этом мероприятии. Дело в том, что сейчас самая главная проблема вот, междисциплинарной философии науки, междисциплинарных исследований – это проблема сложности. Все мы вступили, я сейчас не буду ни объяснять, ни говорить, что такое сложность, но сложность – это вот как раз тот вектор, куда эволюционирует и наше человеческое общество, и направлена эволюция, и вот и она связана как раз с растущими технологическими инновациями. Одной из таких сложностей связана с эмержентностью, то есть с качественными и неопределенностью, с возникновениями качественно новых технологий, одним из которых является как раз вот то, что называется интернет вещей. С философской я хотел бы здесь призвать к тому, что вот мы живем в мире этих быстрых скачкообразных изменений, качественных изменений, появление новых качеств, одним из которых является интернет вещей, блокчейн, вот эта технология, о которой сейчас все очень много говорят. Для того, чтобы ориентироваться в этом стремительно развивающемся процессе инновационных технологий, высоких технологий, по моему глубокому убеждению, здесь должна быть то, что называется философская рефлексия. То есть осмысление происходящих изменений не должно никоим образом отставать от этих самих изменений. Задача эта трудная, но она важна, как мне кажется, и для людей, которые конкретно погружены в решение практических задач, связанных с развитием этих технологий. Она также важна и для будущего для философии 21 века. Вот, собственно говоря, здесь я хотел бы с удовольствием принял приглашение участвовать в этом мероприятии и с удовольствием бы послушать, как выступающие все будут реагировать именно на призыв, мой призыв, в данном случае, к философскому осмыслению вот этих происходящих, так сказать, эмерженций, как их называют, ну или качественных скачков, которые сейчас. Значит, дело в том, что опыт показывает, что и блокчейн, и все эти вот, они все эти, это не просто технологические изменения, это грандиозные социальные изменения и потрясения. Ну и вот на этом я свое краткое выступление здесь завершу. Спасибо за внимание.